убедительно прошу всех на своем личном примере. Болезнь протекает тяжело, очень тяжело. Паническая атака, кислорода не хватает, дышать нечем. Я сейчас приобретаю кислородный баллон. В аптеке хочу купить. Заправить. Без надобности. Вот как было в первом постановлении, никуда не ходите. Самоизоляция. Не надо никуда ходить. Ближайший магазин купил продукты, сидите, телевизор дома. Никаких гостей. Я же рассказывал, что в самом первом этапе. Я вас поэтому самоизоляция, если не хотите заболеть. Практически у нас имеются летальные исходы в городе, в области. Умирают молодые люди, даже в возрасте 40 лет. Всем желаю здоровья.